найду его я по субботам. Рано утром в собачью школу иду, что в парке за углом. Меня не понимают почему-то, как пусть ему втолкуют, что почем, как жаль, но интересов он моих не разделяет. И взгляд его в мои глаза ничто не говорит. На мой призыв гулять он с неохотой отвечает. Он запахов не слышит, нос его забит, так отпусти свой поводок хотя бы на полметра. Не алабай, оставил там письмо. Ты помнишь, не пустил меня прочесть ту смс-ку. Ошибочно подумал, что не мог. Все конючишь рядом, рядом. На перемене я записку немке написал, а Тебермана мне влияет. Он остался гадом, мою записку переписал, все переврал, переписал. И теперь уж не догнать твое ко мне теперь уже не тему. Вот алабай, мартай, будем пинчеров кончать. За немку пинчеров порву, решу проблему, как отпустить свой поводок хотя бы на минуту. Мне немке нужно пару слов сейчас сказать. Я ждал, когда со мною на прогулке пытался ты с роскошной дамой флиртовать. Ну что за неуклюжесть при движении, команду рядом выполняешь кое-как. Еще пара уроков с этим упражнением, и ты отдавишь мне все лапы, что не так? Ты пробиваешь нам нельзя и пух, как будто ты не видишь, капает слюна. Мой прикус круче твоего канву, ну откусил он, захлестнула голода волна, перекушу твой поводок, когда ты встретишь дядю Костю. Без нарушений всех правил и всех норм. В гараж пойдете выпивать, и зарычу я словно. Ну почему у вас опять закуска мой прикорм? Пусть фигурант кривляется передо мной, занят, и я сейчас ни мне, ни моему угрозы никакой. Он театрально машет палкой на показ. Потом подходит к немке, я привстал. Подруга громко лает, шейку рвет. В твоей команде взять момент настал. Сорву рукав и повалю его на лед. Ну отпусти свой поводок на полметра. Мне с тренером охота по-мужски поговорить. Ты помнишь, не мешал тебе и отошел до ветра, когда красавицу от хулигана приминул сказать. Thank you.
воскресенье. Рано утром в собачью школу, ту, что в парке за углом. Меня он кормит и два раза в день гуляет, и ванной лапы моет. А потом подстилку мне у кресла поправляет, и взгляд его в мои глаза становится продобрее. Мне кажется, и сам он понимает, что собачья школа для собак, но больше для людей. Тогда спусти свой поводок, когда последу немки. Я энергично и с восторгом побегу. Она в контакт мне написала, присев у нашей стенки, что будет ждать меня у школы на углу. Она в контакте написала, присев у нашей стенки, что будет ждать меня у школы на углу. Спасибо.